В областной столице на улице Первомайской открыли помещение детского театра танца «Самарка». Долгие годы здание нуждалось в ремонте. Родителям приходилось арендовать другие площадки для занятий. Средства на восстановление танцевального помещения нашли после того, как родители и преподаватели пришли на прием к председателю Думы Самары Алексею Дегтеву. Наказ такой от избирателей не рядовой и дорогостоящий, затратный. Но важность вопроса настолько высока, что я не знал, как мы еще это сделаем, но дал слово. Конечно, самостоятельно решить это было просто невозможно. И я еще раз благодарен главе города Елене Владимировне Лапушкиной. В году, когда утверждены уже все лимиты, программы, очень трудно найти большую сумму средств на вот такие виды работ. Она была найдена. Сейчас светло, тепло, сухо. Комфортные полы, комфортные раздевалки, комфортные костюмерные. Хочется жить и работать дальше, творить. В декабре коллектив отметит 85 лет со дня основания. Сегодня в театре танца около сотни детей, которые продолжают чтить и прославлять народную культуру. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.